Ситуация такова. Вот главная база Зубова, мы вот здесь. У них мощные укрепления вдоль главного бульвара. Здесь, здесь и вот здесь. Хорошо ли укреплена эта база? Сейчас нам их не одолеть. Нужно собрать больше огневой мощи. Стоит заодно наведаться в эти четыре места. Разведка докладывает о складах ресурсов и оружия. Будет непросто. Главная база и те две поменьше доставят немало хлопот. Ладно, слушайте. Мирное соглашение зависит от того, возьмем ли мы в плен полковника Зубова. Сражайтесь, как в последний раз. Таким он и будет, если проиграем. Ждем ваших приказов. Получена новая основная задача. Сикорский слушает. Конница вперед! Новые приказы? Чем можем помочь? С вас приказ, с нас работа. За работу! Что нужно? Скоро буду там! Лучше держаться в укрытии. Будет сделано. Выдвигаюсь. Скоро буду там. Строительство завершено. Слушаю, принято. Слушаю. Укрытие никогда не помешает. Пехота на открытой местности. Звучит как задача для конницы. За Панадию! За славу! Гвардии! Сорвали враги! Кто ты вас держит? Я пришла на помощь! Назад теперь на них! Ради к бою! Граната! На меня напали! Я немного занята! Важен каждый выстрел! Чего? Вперед! Держимся вместе! Скорей! Укрытие! Конница! Со мной! Все могло быть иначе. За республику! Новые приказы! Гвардии стреляют! Было выбора. Простите. Да? Ад в канистре. Что нужно? Сделаю. Что нужно? Топливные баки заправлены, мы готовы. Новые приказы? Стройка сама себя не закончит. Так какой будет план? Нужны еще добровольцы? Комплектуем отряд огнеметчиков. Вооружаем паланских бронебойщиков. Точка сбора задана. Что такое? Будет сделано. Сикорский слушает. Кто сказал, что с огнем нельзя бороться огнем? Чем могу помочь? Другое дело. Похоже, там безопасно. Пошли! Строительство завершено. Конница под огнем! Осторожно! Бронебойщики ждут команды. Дайте нам цель. Бросайте взрыв! Что это такое? Лучшее оружие Палании и наш путь к победе.
Строительство завершено. Ну, чего? Говори! Подожжем их! Сикорский здесь! Я немного занята! Могло быть иначе. Говори! Ну, чего? Новые приказы? Снаряды к бою! Сикорский здесь! Готовьте снаряды липучки! Новые приказы? Бросайте взрывчатку! Готовьте снаряды липучки! Становится жарко! Простите. Такое. Скоро буду там. Горит. Ну не выкидывать же это. У нас хотя бы оружие хорошее. Даже представить не могу, каково с револьвером. Мы сейчас здесь. Некогда сидеть, сложа руки. Что-то сломалось? Выезжаем сюда. Мастерская ждет приказы. Чем герой получил новый ранг? Лучше машины, еще добровольцы. Наши казармы предоставят больше возможностей. Новые приказы? Пора прогуляться. Осторожно, она острая. Улучшение постройки завершено. У Палани появились новые возможности. Что нашел, то ты взял. Некогда сидеть, сложа руки. Новые призывники? Нужны еще добровольцы? Улучшение постройки завершено. У Палани появились новые возможности. Что-то сломалось? Закончено создание укрепления. Они прихватили друзей. Огоньку? Мы их поджарим! На нас напали! Покажите, где нужна наша помощь. Сделать больше мешков с песком? Граната! Принято. Идем. Говорите! Глядите! Бронебойщики под огнем! У нас приказ, с нас работа. Выкладывай! Боевая единица получила ранг ветерана. Скачай на всю железку! Приказы? Команда снова в сборе! А теперь покончим с ними! Давайте мы займемся тяжелой работой. Нужно что-нибудь сделать? Новые призывники? Новая точка сбора. Мастерская ждет приказы. Что дальше? Пошли! Что такое? Конечно! Кавалеристы к бою готовы. Выдвигаемся!
Враг в поле зрения. Занимаем позицию. Выдвигаемся. Видим вражеский отряд. Железо всегда пригодится. Конница под огнем. Снаряды к бою. Вперед. Взрыв. Мы скоро будем готовы. Сикорский здесь. На! На нас напали враги. Конница, за мной. Горим от нетерпения. Подпалим их. Да? Это их сдержит. Боевая единица получила ранг ветерана. Пехота хрустящей корочкой. От вас останется только пепел. Слушаю, иду. Враги приближаются. Одиночная будет цель. Сделано. Держите ухо востро. Новые приказы? Готовьте снаряды липучки. Обороняйтесь. Вот так. Как только будем готовы. Огненные, гори! Я не могу заниматься пока. Как Янок меня учил. Мы подкоптили. Говори! Сюда, мальчик. Принято. Оставьте местечко для нас. Быстрей! Готовься. Стреляю. Сикорский здесь. Всего один противник. Ну, чего? Замечена боевая единица противника. Другого выхода нет. Готовы собирать бронетехнику? Отличная работа. Без пулеметов я со своими людьми смогу занять улицы. Новая точка сбора. Полании нужна помощь. Бронированный отряд выдвигается. На наши казармы напали. Мы с ними разберемся. С вас приказ, с нас работа. Двигаемся. Будет как ноль. Мы здесь разберемся. Я выхожу на охоту. Молодцы. Мы вас отмокнем. Идите лошади. Скорее. Ищем укрытие. Свежее мясо. Железо к железу. Используем это с умом. Сделать больше листовки под обстрелом. Принимаем пополнение. Давайте мы займемся тяжелой работой. Мастерская ждет приказы. На нас напали! Что нужно? Выдвигаюсь. Пошли! Все должно работать. Что-то сломалось? Стражник готовится к бою. Слушай, мы в пути. Ремонт подкрепления готовы. Поняли? Полании нужна помощь? Все системы в норме. Пока что. Бой готов! Мы еще здесь. Что, подбросили нам бревнышек в костер? Давайте мы займемся тяжелой работой. Всегда рады пополнению. С вас приказ, с нас работа. Некогда сидеть сложа руки. Готовы собирать бронетехнику? Сделать больше мешков с песком?
С вас приказ, с нас работа. Герой получил новый ранг. Важна любая работа. Поланец без коня, все равно, что тело без души. Что-то сделаю. К бою готов! Готова загонять дичь. Мастерская ждет приказы. Все системы в норме. Пока что. Ловца в пути! Я захватила железный рудник. Похоже, их там немало. Да? Улучшим рудник. Ой, так ты просто... Продолжаем качать. Идет добыча. К бою готовы. Мы в пути. Какие у нас приказы? Закончено создание укреплений. Делать больше. Замечены враги. Это недалеко. Полане нужна помощь? Покончим. На наши казармы напали. На наш штаб напали. Втопчем их в грязь! Сейчас все почти. Мы трое и вперед задали. Улучшение постройки завершено. Улучшение постройки завершено. Улучшение постройки завершено. Чего? Все должно работать. Давайте мы займемся тяжелой работой. Мы в пути. Новые призывники? Готовы собирать бронетехнику? Моц не готовится к выпуску. Выезжаем сюда. Ремонт завершен! Нужны еще добровольцы? Мастерская ждет. Близко, далеко! Я все равно их достану! Веселей! Слушаю, скоро буду там! Враг разведывает местность. Скорей! Одиночная цель. Там враги! Держите ухо востро. Я немного занята! Подвижный бункер вооруженный, готов к бою! Пушки заряжены и готовы! Сейчас мы вас оформим! Да? Нужно поспешить! Огоньку! Выступаем! Осторожно! Вражеский отряд. Мы потеряли отряд.
нужно. Ждем новых указаний. Стражник готов выдвигаться. Замечена боевая единица противника. Мы успешно отступили. Готовы собирать бронетехнику? Это было непросто. Моцник готовится к выпуску. Стражник готовится к бою. У вас есть для меня... Ожидаю у штаба! Компании нужна помощь? Готов. Мы их сделаем! Мы под огнем! Новая цель! Перемещай! Прикончим их! Огонь по цели! Держитесь, братья! Мы уже здесь! Спешим! Ставим врагу. Сделать больше. Я вернулась на базу. Гордость республики. Боевая машина ждет приказа. Вооруженный транспорт ждет приказа. Чем могу служить Палани? Чем могу помочь? Иду. Скоро буду там. У вас есть цель? Все должно работать. Давайте мы займемся тяжелой работой. К бою готов! Нельзя сидеть на месте! Ремонт завершен! Осторожность не повредит! Что-то сломалось? Истребитель машин ловца вот-вот будет готов. Мы ждем битвы. Как прикажете? Слушаю. Так-то лучше. Привет, красавчик! Пошли! Стражник готов выдвигаться! Все системы в норме. Технику подключника. Ну-ка посмотрим, что там. Некогда сидеть, сложа руки. Готовим инженеров. Точка сбора задана. Какая следующая точка назначения? Лучшие инженеры Палани ждут приказа. Выдвигаюсь. Будет сделано. Мастерская ждет приказы. Мы готовы сделать все для Палани. Что нужно? Скоро буду там. Раньше все было проще, пока не появились машины. У нас гости! Готов служить Палани. Только свистните! Что дальше, конечно! К бою готов! Стражник готов выдвигаться! Готово загонять, дичь! Дайте мне цель! Мы потеряли отряд! Стражник готов! Цель обнаружена! Вступай в бой! Чем вы? Ты их здесь.
машина в вашем распоряжении. Мне удалось добраться до... Перехожу в осадный режим. Слушаю. Будет сделано. Что такое? Слушаю! Гордость республики! Перехожу в походный режим. Вижу отряд противника. Какая следующая точка назначения? Конечная станция! С вас приказ, с нас работа. На меня напали! Инженеры, в строй! Зачем идти, если есть машина? Готов служить Палани. Следующая остановка — Победа! Дайте мне цель! Окапываюсь! Пушки заряжены и готовы! Бой готов! Готова загонять дичь! Да? Они стреляют! Войтек, стой! Пригнись! Вооруженный транспорт ждет приказов. Замечены враги. Герой получил новый ранг. Кончим с этим! Да? Улучшим рудник. Жертва найдена. Не технику. Кто хороший? Мне нужна помощь. Какой будет план? Меня стреляют! Сделать больше мешков с песком? Двигаемся туда! Кавалеристы к бою готовы. Занимаем позицию! Как прикажете. Конница вперед! Мастерская ждет приказы. Истребитель машин ловца... Замечена боевая единица противника. Улучшение постройки завершено. Приказы! Всему свое время! Враг на прицеле! Противник близко! Что нужно? Иду! Палани уже от вас натерпелась. Скоро буду там. Что дальше? Замечена боевая единица противника. Иду. Замечена боевая единица противника. Другого выхода нет. Замечены враги. Замечена боевая единица противника. Говори! Похоже, с ними покончено! Будет сделано! Вот там, если так нужно! Меньше. Все должно работать. Один из наших ветеранов получил личный статус. На наши казармы напали. Мы в пути. Всего один противник. Будет как новенькая. Сделать больше мешков с песком? Огоньку! Шаг за шагом!
Берем, что можем. Все должно работать. Спешим, как можем. Вооруженный транспорт ждет приказов. Задайте им! С вас приказ, с нас работа. Инженеры, сейчас все починим. Полане нужна помощь? Бронированный отряд выдвигается. Ремонт завершен. Давайте мы займемся тяжелой работой. Просто дайте нам цель. Готов служить Полане. Только свистните. Что-то сломалось? Статус. Я сама с ними покончу. Вот это боевой дух, парни! Стройте как следует. Подожги самого человека, и тогда... Спешим как можем. Соберем все до крошки. Закончено создание укрепления. Мы с ними разберемся. Готово загонять дичь. Подходите и умрите! Герой получил новый раз. По нам стреляют! Ну, чего? Что, подбросили нам бревнышек в костер? Сделать больше мешков с песком? Сейчас все починим. Бункер готов! Кто хороший? Что-нибудь сделаем. Огоньку? Занимаем укрепление. Все системы в норме. Пока что. Ну-ка посмотрим, что там. Пушки заряжены и готовы. Ловца в пути! С вас приказ, с нас работа. Принимаем пополнение. Р-
Работайте на совесть, как верные сыны Палани. К бою готовы, поняли? Какие у нас приказы? Видим противника. Мы в пути. Выпустил бар! Давай! Местность зачищена. Давайте поищем новых врагов. Закончено создание укрепления. Слушай, бункер готов! Сделать больше мешков с песком? Пора прогуляться. Все системы в норме. Пока что. Давайте мы займемся тяжелой работой. У вас есть для меня цель? Перехожу в осадный режим. Замечена боевая единица противника. Элитная машина в вашем распоряжении. Замечена боевая единица противника. Перехожу. У вас есть для меня цель? Новые приказы. Замечена боевая единица противника. Нога здесь, другая там. Готов служить Палани. Присоединитесь, будет трясти. Враг нападает на наше укрепление. Держитесь, братья! Мы уже здесь! Боевая единица получила ранг ветерана. Ну что? Они уже покойники. Стреляем молотком! Мастерская ждет приказа. Нам нужно больше огневой мощи! Истребитель машин ловца вот-вот будет готов. Инженеры, в строй! Выдвигаемся! Я выхожу на охоту! Мы используем это с умом. Пошли! Я немного занята! Важен каждый выстрел! Нужно ж... Ничего не оставим врагу! Продолжаем качать! Сделать больше мешков с песком? Покончим с этим! Чем могу помочь? Готовься! На нас напали! Их может новые быть и больше! Новые призывники? Комплектуем ремонт отряд огнеметчиков! Ушки на макушке! Выходим! Осторожно, в нас стреляют! Готовы! Мы идем! Да? Один из наших ветеранов получил элитный статус. Гордость республики! У вас будут приказы! Только свистните! Готово к загонянию! На нас напали! Я немного занята! Нужно поспешить! Боевая единица получила ранг ветерана. Другого выхода нет! Кто-то напрашивается. Говори! На звучку. Это пригодится. Если это не заберем мы, заберут другие. Нужно что-нибудь сделать? Это недалеко. Будет как новенькая. Слушаю. Выдвигаюсь.
Горимый выглядит надежным. Вой, так ты просто умница. Боевая единица получила ранг ветерана. Пушки заряжены и готовы. Охота началась. Личная машина в вашем распоряжении. Так какой будет план? Ремонт завершен. Одна нога здесь, другая там. Готовы собирать бронетехнику? Все должно работать. Проверьте под сиденьями. Кто-то помочь? Потерял оружие. Будет сделано. Укрытие никогда не помешает. Похоже, там безопасно. Сделать больше мешков с песком? Пора прогуляться. Что такое? На меня напали! Все системы в норме. Транспорт ждет приказ. Готово загонять дичь. Гордость республики. Окапываюсь. Так какой будет транспорт здесь? Следующая остановка. Победа! Это их сдержит. Пушки заряжены. Полета! Май! Сейчас мы их... Быстрей! Прямо в дорогу! Вражеский отряд уничтожен. Осторожно, нас стреляют! Машина уничтожена! Получила ранг ветерана. Пушки заряжены, готовы. Бежать некуда. Сдается мне, им пока хватит. Новые приказы? Берем пулемет. С вас приказ, с нас работа. Пушки заряжены и готовы. Какая следующая точка назначения? Чем могу помочь? Мне это было очень нужно. Пошли! Слушаю. Ремонт завершен! Укрытие никогда не помешает. Сикорский слушает. Нужно что-нибудь сделать? Одна нога здесь, другая там. Мы ее быстро запустим. Чем могу помочь? Выдвигаюсь. Что нужно? Это пригодится. Просто укажите, где враг. Замечена боевая единица противника. Замечена боевая единица противника. Все должно работать. Готово загонять дичь. Ловца в пути. Враг нападает на наше укрепление. Боевая единица получила ранг ветерана. Давайте мы займемся. Считай, они покойники. Дичь.
ты! Надеюсь, это важно! Нужна помощь? Так точно. Пушки заряжены и готовы. Ну-ка посмотрим, что там. Ловца в пути. Все системы в норме. Пока что. Ну-ка посмотрим, что там. Женишка. Вооруженный транспорт ждет. Говорил же, сходить до ветру, пока ждем. Навожу орудие на цель! Осторожнее, не подставляйтесь! Ремонт завершен! Давайте мы займемся тяжелой работой. Бронированный отряд выдвигается. Сегодня мы не умрем! Вижу противника. Слушаю. Пошли. Новые приказы? Осторожнее. Что нужно? Иду. Что дальше? Давайте сосредоточимся. Будет сделано. Один, два, их может быть и больше. Осторожно! Важен каждый выстрел! Готов уничтожать врагов в Палане. Замечена боевая единица противника. Нужно поспешить. Если это не заберем мы, заберут другие. Быстрей! Вперед! Вперед! Мы сейчас откроем огнем! Давно! Говори! Осторожно! Быстрей! Охота началась! Это важно! На меня напали! Один из наших ветеранов получил элитный статус. Сарис, слушаю! Мы явно привлекли их внимание! Один из наших ветеранов получил элитный статус. Скрываю местность. Готов! Не прекращать огонь! Гордость республики! Очередное убийство! Противник наносит мне урон! Как сейчас все починим? Пушки заряжены! Сейчас мы вас оформим! Готовься! Дайте мне цель! Я с ними справлюсь.
отправиться на взвучку. Что нужно? Сделаю. Что такое? Осторожно, нас! Ремонт завершен! Приказ, с нас работа. Железо всегда пригодится. Принимаем пополнение. Пора прогуляться. Какие у нас приказы? Все должно работать. Какой будет план? Сейчас все починим. Это недалеко. Что нужно? Иду. Да? Ремонт завершен. Пошли! С вас приказ, с нас все должно работать. Замечены враги. Есть машины. Что дальше? Будет сделано. Замечена боевая единица противника. Конечно. Столько целей! Замечена боевая единица противника. Похоже, там безопасно. Враг захватывает наш рудник. Замечена боевая единица противника. Могу помочь. Противник на прицеле! Добыча. Слушай, конечно. Осторожно, в нас стреляют! Враг нападает на наше укрепление. Давайте мы займемся тяжелой работой. Покончим. Мы потеряли рудник. Получила ранг ветерана. Перехожу в осадный режим. Какие у нас приказы? Экзоскелеты. Пушки заряжены и готовы. Ну-ка посмотрим, что там. Чем могу помочь? Скоро буду там. Что такое? Все должно работать. Иду. Чем вижу отряд противника. Готов служить Палании. Пушки заряжены и готовы. Тур к бою готов. Один из наших ветеранов получил личный статус. Сейчас мы их добьем. Обнаружен отряд. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Похоже, он Один из наших ветеранов получил элитный статус. Снимаюсь с места. Я бесполезен. Оставь мне жизнь, и я дам тебе что угодно.
Свободное Полание? Я могу это устроить. Нам нужна информация. О Фенрисе? Никто не поверит вам. Поэтому ты расскажешь обо всем публично. Меня убьют, если я заговорю. Если нет, я убью тебя. Ну, если условия таковы. Анна! Полковник Зубов, что случилось? Скорей, подними! Выиграй мне время, а потом беги! У нас большие планы. Я справлюсь! Не с места! Кто ты? Здравствуй, бабочка.